испекла блинчики. Вот столько вот у меня вышло. По-быстренькому за 20 минут и все готово. Начинять я буду себе блинчики. Буду начинять икра, трески, потом творожный сыр и огурец. Такой вот у меня красавчик. Я вчера покупали творожную массу, творожный сырок. Я думаю, что творожная масса. Не знаю, мы не пробовали первый раз. Наверное, начиню себе один, и Даня тоже начиню с этим творожком. Дань, будешь таким творожком начинить или? Вот. Сейчас буду собирать. Потом покажу, что в итоге получится. У меня тут три блинчика. Два из них с творожным сырком, который показывала Светаева. Покупали мы вчера. Здесь у меня 40 грамм, потому что он калорийный достаточно. Больше я не смогла вписать. И два блинчика у меня. Икра, трески, творожный сыр и огурец. Просто пополам их порезала. Кофе черный, без молока, без сахара. Калорийность получилась на 614 килокалорий. Кот там что-то пытается загрести, не знаю, свой корм. Даня завтракает. Я ему тоже начинила с творожным сыром. И вот все, что осталось от блинчиков. Привет всем поближе. Я собираюсь готовить. Я уже отпустила одну клиентку. И сейчас хочу приготовить обед. На обед у меня будут фрикадельки хочу приготовить. Вчера Даня попросил купить какой-то брусничный соус. В общем, приготовлю сейчас фрикадельки и отварю, наверное, спагетти. Не знаю, если есть спагетти или макароны какие-нибудь. Так, времени у меня уже осталось 1,5 часа до записи. Надеюсь, что я успею приготовить и покушать. Приготовить я точно успею, покушать не уверена. Я, кстати, сейчас ела две мандаринки, не две, три мандаринки. Но они прямо такие масенькие, видите, они уже засыхают почему-то быстро. Наверное, потому что, может быть, отопление, жарко, они как-то быстро сохнут. Три вот таких мандаринки небольших съела и грушу. Калькулятор все внесла, но только единственное не сняла. Ну, калорийное все взвесила, все просчитала. Вот, какие планы. Ну, в принципе, все. Сейчас я покушать приготовлю. Отработаю еще одну девочку у меня сегодня. И на сегодня я свободна. На улицу никуда не пойдем. Можно было в магазин спуститься, но такой холод, что выходить никуда не хочется однозначно. А, я вам, по-моему, не говорила по поводу своего веса. В Телеграм-то я записала, а на канале, мне кажется, что этого не проговорила. А, в общем, весы у меня уже вчера показали 99,6. То есть новогодний, то, что я набрала за Новый год, 1,9 у меня было плюс за новогодние вот эти праздники. Ну, 31 я уже не считала, 31, 1, 2, это 3 дня всего, да? Даже 30 я уже не считала, 4 дня получается. До Нового года был вес 99,7, потом после 3 числа я взвесилась, уже был он 101,6, и вот это у меня опускался. Потом у меня была пицца, когда мы пиццу ели, он опять скаканул. В итоге получается за 10 дней, вчера у нас было 13 число, и уже у меня весы вчера показали 99,6. Боже, что там творится на улице? Там опять что-то метет, либо это с крыш сносит, ветер какой-то у нас дует. Либо я не знаю, что, но люди гуляют, их не пробрать. И, в общем, получается, за 10 дней у меня вот этот плюс, почти 2 килограмма, удалось сбросить. Получаю, ну, практически полмесяца топталась и на месте, естественно. И только 100 грамм минусом от новогоднего веса. Ну, я так и думала, что в январе у меня не получится сильно больно ничего скинуть. Не знаю, вообще, хотя бы эти 600 грамм скинуть, чтобы ровно 10 килограмм, девчонки, было уже. Ну, не знаю, что загадывать, посмотрим. Так что пишите в комментариях, сколько вы набрали за Новый год, и сбросить удалось уже или еще сбрасываете. Все, я пошла готовить, а то я сейчас буду болтать долго и не успею ничего сделать. Так, у меня уже процесс готовки подходит к концу. Делаю вот такую, типа заливочки, да, соуса на петельке. В общем, у меня было филе килограмм, я перемолола его, делала фарш, добавила лука, перекрутила через мясорубку специй и сформировала, получается, вот такие небольшие тефтельки. Просто обжарила их, даже, видите, не обжарила, а чтобы они немножечко схватились, чуть-чуть
растительного масла. Дальше я обжаривать не буду, они, в принципе, уже сформировались, закрепились. И просто приготовила, вот у меня было полбаночки сметаны. Я добавила, ну, соль туда, специи и просто раз... и ложку муки. Вот мне мука стоит рисовая. Решила почему-то с рисовой сделать, не знаю. Хотя можно добавить обычную пшеничную. И просто взболтала, сейчас видели, венчиком. И заливаю все это дело. Сейчас они немножечко протушатся. Вон туда мне мука села. Сейчас она протушится, водичка выкипит, соус загустеет. В принципе, минут 15 будет все готово. А здесь я поставила воду, сейчас буду отваривать макарошки. Не знаю, надо будет посмотреть. Кстати, надо сразу брать муку. Было бы идеально, конечно, спагетти, но я не уверена, что у меня есть спагетти. А что у меня тут есть? У меня ничего нет. У меня вот такие есть... огромные макароны, видите, я их покупала очень давно, все собиралась нафаршировать, но так они не лежат. Нет, спагетти у меня, к сожалению, нету, рассыпалась у меня там что-то каша. Просто вот такие-то спиральки отварю. Посмотрите, вам видно? Не видно, наверное, на камеру. А здесь немножко, если приглядеться, видно. Достала бананы с морозилки. Помните, я вам говорила, что рецепт мороженого просто перебить блендером банан. Вот, хочу попробовать. Ну, может быть, их надо было порезать, потому что я не знаю, как сейчас перебивать-то его. Пусть полежит немножко на столе. Хотя я сейчас буду работать, не знаю, может, попозже его достать. Сейчас подумаю. Может быть, надо будет сейчас убрать морозилку. Мне кажется, пока я буду работать, он вообще растает. Ни о ком мороженое не получится. Сейчас подумаю, девчонки. А здесь это стало уже... У меня замороженная петрушка. Надо убирать, чтобы не растаяла. Вот, добавила еще сюда. Видите, уже прям чуть-чуть протушилась. И соус начинает загустевать. Такой прям подливки. Хочу, чтобы в этот раз побольше было. Мы купили, я вам показывала, какой-то брусничный соус. Вот, не пробовала вообще никогда, девчонки. Хочу попробовать. Как это будет, Даня увидел, захотел по типу икеевских фрикаделек. Но я не претендую на рецепт оригинальности, что это икеевские фрикадельки. Я приготовила так, как готовлю всегда. Так, ну, приготовила, вот такие вот тефтельки получились, отварные макароны, тефтельки. И добавили вот такого, добавила немножко 15 грамм вот такого. Вчера купили брусничный соус. Я пробовала, сказала, очень вкусно. Ну, кофе стандартно, без молока, без сахара. Калорийность получилась 633 калории. Так, я собираюсь ужинать. У меня сегодня вот такой вот скромный ужин. Бутерброд, тост поджарила и икра трески, и сверху огурец свежий. И чуть-чуть, не помню, 70 с чем-то грамм сыра. Легкий у меня оставался сыр, который покупала Гауда. Потому что такой скромный ужин, потому что калорий у меня уже ничего не осталось. В принципе, я сейчас не голодная. Время у меня 10 минут седьмого. Потому что я кушала где-то, по-моему, полчетвертого было. Прям так нормально. Я наелась с этими тефтельками. В общем, есть пока не хочу, но хочу поужинать сегодня пораньше. Потому что вчера я вообще ужинала очень поздно. По-моему, начало 9-го это уже было. У меня сместились в связи с этими новогодними праздниками. У меня сместились приемы пищи. Раньше я кушала 8, где-то 8:30, но максимум 9, а сейчас я 11, начало 12 могу только позавтракать. Соответственно, и все остальные приемы пищи у меня тоже смещаются из-за этого. Но вот я хочу сейчас покушать на сегодня пораньше, потому что, чтобы поздно на ночь не наедаться, сегодня у меня отвеса не было, хотя по калориям вчера перебора никакого не было, все нормально было. Но я думаю, что это плюс, это из-за того... По-моему, тут, Даня, у тебя уже этот сгорел. Блин! Даня! Посмотрите. Я не знаю, почему. Это, наверное, может быть, сильно включили. Сколько ты там включила? Не знаю я. Чувствую, что что-то... Конечно, на пятерку врубила. На пятерку. Чувствую, что что-то не то. Пахнет паленым хлебом. Сейчас беленьким закрашу. Но этот не ешь, там же есть еще хлеб? Да. Посмотри. Есть. Я уже забыла, что рассказывала. Ой. Аж дым пошел. Надо окно проветрить.
Ну, в общем, я вчера вечером очень поздно ужинала. Я думаю, что из-за этого не было у меня отвеса. И плюс еще сегодня что-то с детоксом не сложилось. Не знаю, посмотрю. Вот сейчас начало седьмого, ну пусть полседьмого, да, пока сейчас запишу, пока я в Телеграм скину, да, это все где-то полседьмого я поужинаю. А есть я больше ничего сегодня не буду. Завтра посмотрим, будет у меня отвес или нет. Так, что по калориям мне получается? Ужин вышел на 206 калорий у меня. А общая калорийность за день получилась 1628. Вам тут все перевернуто. Ну, в общем, не знаю, может, скрин потом на монтаже прилеплю. Так, 1628, превышение 28 калорий. Белка съела 101, норма 98. Углеводы сегодня тоже нормально. Норма 152, съела 154. По жирам у меня перебор аж на 12. Но ничего, жиры нормально. Я не переживаю, когда перебираю жиры. А по жирам у меня сегодня съела 70, а планка стоит 62. Ну и, конечно же, кофе из моей любимой кружечки. И, как всегда, орущий кот на заднем фоне. Ладно, я сажусь ужинать. Встретимся с вами уже, наверное, скорее всего, завтра. Сегодня уже не буду больше ничего включаться. До завтра. Всем пока. Что с вами, мистер? Почему вы все время кричите? Хвостом своим. Виль-виль-виль-виль. Что ты? Что ты? Не трожьте меня, да? Я самостоятельный кот. Не трожьте меня. Ох, так сразу кусаться. Ох, ты вредный котяра. Ох, ты вредная котяра. Все, уноси его, он вредный. Доброе утро. На завтрак у меня сегодня... А лаваш, в лаваше у меня там получается ветчина и сыр. Просто свернула конвертиком и поджарила в тостере два кусочка. И здесь у меня блин один остался с джемом персик манго. Кофе без молока и без сахара. Калорийность большая получилась за счет того, что все-таки лаваш. Я купила новый лаваш, он, конечно, по калорийнее, но сейчас буду пробовать, не знаю, но на вид он аппетитнее выглядит. Потому что до этого я покупала лаваш, у него вообще невозможно ничего было свернуть, он просто ломался на куски. Этот вроде так комфортнее с ним работать, что-то заворачивать. Ну и вот общая калорийность 714, 93 углеводов, 41 белка и 19 жира. Вес у меня сегодня стоит, вес также 99,6. Второй день, от весов нет. Ну у меня... проблемы с детоксом, скажем так, по утрам. Эти дни как-то не случается. Мне пришли очередные посылочки с мегамаркета. Заказала вот еще. Идут у меня заказы, еще там несколько. Просто очень долгая доставка, видимо, в связи с праздниками. Заказала себе вот такой гель для умывания. Это белорусская косметика. Комплимент. Я уже пробовала его, мне нравится. И Даня заказала вот такой. Мы тоже уже покупали, нормально, мне тоже понравился. И себе еще заказала вот такой лайнер. Стрелочки рисовать. На руке уже попробовала, видите, начертила. Сейчас, наверное, давайте открою, покажу. Вот такой вот он. Пока это все, что приехало ко мне. А, еще смотрите. Такую милую открыточку положили в заказ. Милота. Пусть каска постучится в твой дом. Так, это будет уже мой обедоужин. Здесь отварила гречки 100 грамм и 200 грамм тефтелек. Вот этих, которые готовила вчера в белом соусе. Кофе без ничего. Ну, в смысле, без молока, без сахара. И кофе будет шоколадка. Вообще, вот эти батончики мои любимые. Уже очень давно их не ела. Сегодня была в магазине на кассе, увидела. Купила две штучки. Один себе, один Дане. Сейчас попью. С кофем здесь 50 грамм в одной штучке. Как раз она выходит на 240 или что-то 240 или тире 260. А, я сейчас вам точно скажу. Так, сколько она выходит? На 240 калорий. Вот батончик как раз мое дозволенное количество калорий, которые я могу потратить на вкусняшку. Так, рубрика «Чё купила?». Покажу вам свою закупочку.
Решила вообще, знаете, девчонки, закупать сразу на неделю, потому что бесконечные походы в магазин, безумно много денег на продукты тратится. Пошел за хлебом, принес целый пакет, тысячи как минимум нету. Поэтому я решила, не знаю, буду пробовать. Вот сегодня у нас понедельник, закупаться на неделю. Но, конечно, придется, да, что-то ходить докупать, там хлеб, молоко, но все такие основные продукты. Буду стараться покупать за раз. Поэтому сегодня вот такой пробный у меня получается эксперимент. Не знаю, что из этого получится. Но покажу вам сейчас, что я купила. И первое, это вот такой творожный сыр. Это будем пробовать первый раз эту торговую марку. Не ели еще. Не знаю, даже вкусно или нет. Это тоже вот хлеб покупаю. Бородинский. У нас открылся магазин «Чижик». И вот я там это все купила. Торговая марка Светаева и «Щедрый год» там представлены. Тоже буду пробовать первый раз хлебушек и панировочные сухари. У меня дома редко бывают панировочные сухари, но мне там попались кое-какие рецепты, где, ну, надо добавлять панировочные сухари. Я взяла, пусть лежит пачка, пригодится. Гречневую крупу докупила, у меня там есть еще, но пусть будет. Как бы про запас пачки закрытой нету, уже все пересыпала, поэтому я стараюсь докупать. Вот у меня макароны я накупила, был полный ящик этих макарон, кинулась готовить, а у меня, кажется, закончились спагетти, уже надо докупать нету. И вот, собственно, тоже купила такую огромнейшую пачку спагетти, здесь 1 килограмм. Это тоже продается в этом магазине, в Чижике, 150 рублей стоит вот эта пачка. А? Ну, сбрось. Чуть-чуть выгоднее, чем покупать в обычных магазинах, пятерках, магнитах, она там по 400, по-моему, 50, да, грамм пачка, и стоит 80 рублей. Это чуть-чуть больше, 150. В общем, немножко дешевле получается так покупать. Потом мне заканчивается масло, купила вот такую, правда, в этот раз купила 72,5, потому что скидка была по скидке. Ну, я периодически покупаю 72,5, конечно, в основном стараюсь 82 брать. Ну, вот сегодня вот так. Кстати, что по сроку у нас? Может, за срока скидка? Да нет, свежая, 07.01. Первый раз тоже покупаю вот такой сыр сулугуни. Вообще, конечно, вид мне заинтересовал. Мне кажется, должен быть вкусненький. Ну и по калориям. По калориям здесь получается прям нормально. Конечно же, как всегда, мой телефон не фокусируется. Так, 279. Девчонки, я не вижу, что так мелко написано. Вот, 279 калорий на 100 грамм. Белка 21, жира 21. И все, в принципе. Но, видите, знаете, еще одна находка. Тоже, это уже покупки с пятерочки. Здесь сыр вообще, калорийность его очень классная. Смотрите, меньше сыра по калорийности я еще не находила. 209 калорий на 100 грамм, 9 грамм жира и белка 32. Сыр Гауда, вот такая фирма. Ну, я не скажу, что он безумно вкусный, так себе. Но то, что он такой по калориям, можно покупать. Вот такой кусочек, здесь 180 грамм, стоит, по-моему, 119 или 109 рублей. Не знаю, пусть будет, решила тоже еще купить сегодня кусочек сыра. Вот эти творожки. Творожный сырок, ну это как творожная масса, мы покупали уже, пробовали, очень вкусный, конечно, девчонки, но это не для меня, это для Дани, потому что здесь состав совсем не диетический, и они очень калорийные. Дане понравилось, это я ему взяла, будет есть Даня. Сметаны, баночку 15% покупаю, стараюсь покупать в основном, иногда у меня, конечно, бывают промахи, что я схвачу 20%, но в основном 15%. Две подложки филе куриного взяла, и вот не знаю, надо будет что-то еще докупить, возможно, рыбу, или, возможно, кусочек говядины взять хочу, вот у меня там есть салаты, которые хочу приготовить, еще не решила. Ну, две подложки, 2 килограмма на неделю нам с головой хватит. И молоко. Тоже бутылочка молока. Здесь уже пошли овощи, фрукты. Купила вот такие яблоки. Это мне привезли из пятерочки доставку. Это я в Чижик ходила сама. А вот такое все решила. Овощи, фрукты, думаю, закажу, чтобы доставка привезла, чтобы не таскать это. Это яблоки, что-то не очень, да, какие-то. Семеринка, по-моему. Ну, ничего, пойдет. Тут, наверное, килограмм или чуть больше.
Сейчас надо будет сразу переложить. Купила 2 лимона. Купила киви. Килограмм, по-моему. Такой жесткий, конечно. Надо будет положить вместе с яблочками, чтобы поспела побыстрее. Это по полкилограмма каких-то еще я там повыбирала яблок. Не помню уже название. Ну, это были, конечно, красные, они совсем не красные. Ну, ладно, яблоками я закупилась. Это, конечно, не на неделю, это больше. Решила купить пекинскую капусту. Тоже нашла рецепт салата с тунцом. Хочу попробовать. Ну, видите, мне привезли. Я еще такая достаю вот эту первую. Думаю, там что-то 1,5 килограмма была. Капуста что-то 170 или 180 рублей. Думаю, ну где-то здесь 1,5 килограмма, но нету. Думаю, ну обманули меня. А потом дальше достаю, смотрю, и вот тут такой маленький, тоненький, еще одна капуста. Буду пробовать новые рецепты для новых рецептов. Обычная белая кочанная капуста. У меня, в принципе, там еще есть полвилочка, ну пусть будет. Завтра, наверное, я потушу, хочу потушить капусту, да и вообще салатики буду резать. Надо добавлять, стараться больше овощей добавлять в рацион. Вот, буду есть капусточку. Так, ну, это морковку докупила, у меня замороженная уже закончилась, надо натереть, да заморозить. И, в принципе, картошки, тут, помню, 4 килограмма, если я не ошибаюсь. Ну, вот такая вот у нас закупка, не знаю, что еще на неделю, насколько это у меня вышло, сейчас скажу. Что-то, по-моему, наверное, где-то в районе 3,5, где-то ближе к 4. Ну, вот где-то еще 1000 рублей у нас остается как бы на неделю что-нибудь докупить. Но, в принципе, у меня и ветчина в холодильнике, сыр еще есть. Творога я, конечно, хотела заказать, но творога не было, тот, который я покупаю. Я уже дома пойду тогда, сама в магазин, когда буду ходить, спущусь, докуплю себе творога. Ну, такое, творог буду докупать, Теуса, может быть, или творожки вот эти савушкины. Ну, пока, в принципе, думаю, что еще 1000 вот на неделю что-нибудь докупить хватит, а там посмотрим, как удастся этот эксперимент или нет. Ну, вы видели это. Я не знаю, по-моему, я переборщила с фруктами. Посмотрите, сколько яблок я заказала. И вот, не знаю, сначала хотела вынести на балкон, думаю, положить там, но у нас морозы сейчас, думаю, померзнут, не стало. Здесь выложила киви вместе с яблочками, чтобы они поспели побыстрее. Ну, яблок прям очень много, это явно не на неделю. Не знаю, может быть, я сейчас уберу в холодильник, у меня там особо места нету. Часть яблок в холодильнику. Там еще, видите, у меня еще целая корзина с мандаринами и один апельсин остался. Мандарины, кстати, уже тоже начинают засыхать, надо их быстренько доедать. В общем, надо увеличивать норму по углеводам, по ходу дела, на день. Потому что одно яблочко съешь, и углеводы просто улетают в космос. Закупилась, так закупилась. Так, с едой у меня на сегодня все. Не помню, я сюда говорила на канал или в Телеграм записывала. В общем, в обед, как я пообедала, и сегодня больше все, потому что по калориям уже нету запаса. Я специально так сделала. Хочу сегодня без ужина посмотреть, чтобы на завтра... Надеюсь, что будет отвес. У меня время сейчас 6 часов. В принципе, я ела где-то около 3. Кушать мне не хочется еще. Но я вот заварила себе чай. Зеленый чай с лимоном и имбирем. Сейчас вот налила первую кружечку. Буду на вечер пивать просто зеленый чай. Ну, посмотрим, будет завтра отвес или нет. Двинется или нет. Потому что 99,6 уже второй день я стою. Вот как мне слилось все. То, что я наела за Новый год 1,9, и все, вес пока стоит 2 дня. Но я говорила, что проблема с детоксом, с утра говорила, не знаю. Очень уж мне хочется эти 600 грамм добить, чтобы уже была ровно десяточка, поэтому я решила, что сегодня без ужина просто пью зеленый чай.